крутые повороты судьбы и сказочное везение принесет сентябрь этим знаком зодиака. Астрологи рассказали о том, каким знаком зодиака в сентябре 2020 года улыбнется удача, и выделили представителей 5 созвездий, к которым планеты будут особенно добры. Также вы узнаете, что предсказывают звезды остальным знакам зодиака в первый месяц осени. Знаки зодиака, которых ждет удача в сентябре. Телец. Сентябрь будет удачным для финансовых операций, поэтому астрологи советуют не упустить шанс укрепить свое благосостояние. Пожалуй, главное, что может этому помешать – жадность и необоснованные страхи. Можно обратиться за поддержкой к Вселенной. Послание будет услышано и, вероятно, поможет изменить жизнь к лучшему. Дева. В сентябре начнется активная работа по внутренней перенастройке. Девам важно осознанно избавляться от всего, что со временем устарело, оказалось поверхностным и приносящим вред. Это же относится и к вещам. Желательно оставить лишь то, что действительно необходимо и доставляет радость, чтобы освободить время и место для желанных перемен. Скорпион. Новый месяц принесет скорпионам динамику ощущения и избавление от негатива. Происходящее может изменить их, помочь в борьбе с блоками и вирусами сознания. Месяц удачен для активной работы, но все же не стоит забывать мудрый принцип «поспешай, не торопясь». Лучше мысленно отступить на шаг от бурной деятельности и оценить все со стороны. Многое получится увидеть яснее и серьезно улучшить. Водолей. Влияние планет на представителей этого знака очень ощутимо. Возможны повышенная чувствительность и переменчивые эмоции. В работе это может помешать продуктивности, а значит, пришло время усилить такие качества, как настойчивость, рефлексия, нацеленность на результат. Итоги порадуют не только в сентябре. Водолеи, которые проявят себя с лучшей стороны, могут значительно повысить свой социальный рейтинг. Рыбы. В деловой жизни в сентябре может случиться много перемен, в основном неожиданных, выбивающих из колеи. Им лучше не противиться, а двигаться в потоке. Тогда вернется уверенность в себе, а происходящее удастся направить в позитивную сторону. Главное не загонять себя в жесткие рамки. Месяц динамичен, его энергии очень подвижны, поэтому и вести себя нужно так же. Есть шанс преуспеть в жизни, находясь в хорошем настроении и гибком ритме. Советы остальным знакам зодиака. Овен. Астрологи советуют овнам научиться терпению. Лучшая тактика в сентябре – выжидать, оценивать и не торопить события. Близнецы. Чрезмерная торопливость может обернуться ударом судьбы и затруднить путь к счастью. Внимание к мелочам и осторожность в делах помогут избежать ловушек и сохранить позиции. Рак. Гороскоп удачи предлагает ракам проявить бдительность и смелость. Смелые, но просчитанные до мелочей решения принесут подарки судьбы и сделают месяц удачным. Лев. Львам, которые хотят поймать удачу и стать счастливее в делах, любви и карьере, стоит научиться быстро реагировать на происходящие события и подмечать подсказки Вселенной. От скорости реакции зависит процветание и успех. Весы. Новый месяц будет испытывать весов на прочность. Возможны некоторые неурядицы и мелкие проблемы в начале сентября. Вера в лучшее и выход из зоны комфорта позволят увидеть решение проблемы с иной стороны и благополучно с ней справиться. Стрелец. Представителям Стрельца астрологи советуют уделять больше внимания близким людям и отношениям в семье. Сохранить мир и гармонию помогут душевные разговоры и внимание ко всем нуждам родных. Козерог. Согласно гороскопу, козерогам нельзя сдаваться и опускать руки. Даже несмотря на неприятности, важно продолжать движение к успеху. Упорство будет вознаграждено свыше, а приятные перемены не заставят себя ждать. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!